Вы знали, что на вашем телефоне есть бесполезные приложения, которые работают днем и ночью, ищут там Bluetooth, другие устройства Bluetooth, Wi-Fi, другие устройства Wi-Fi, даже если телефон лежит просто выключен и на нем выключен Wi-Fi. Как эту настройку найти, сейчас покажу, пока расскажите друзьям об этом видео. Просто заходите в место в настройки телефона и находите просто пункт, который называется местоположение, есть на любом Android устройстве. Зашли сюда. Здесь, смотрите, у нас есть пункт геолокация. И здесь у нас будете ниже поиск сетей Wi-Fi. Этот пункт у вас будет всегда включен. Он даже если выключен, после обновлений обязательно включается. Возвращаемся назад, поиск Bluetooth устройств. И тут точно так же отключаем, потому что всегда будет искаться Bluetooth. Поиск сетей Wi-Fi всегда будет искаться Wi-Fi. И это будет очень сгубно влиять на батарею вашего телефона, на автономность вашего телефона, на клики, на кликабельность вашего телефона. Так что скорее моментально отключите это прямо сейчас. Всем добрейшего.